Thank you.
Парный танец, видишь? Это как вот орел, а она лебедь. Нет, они похожи на лебедь. Никак не похожи. Скорее он лебедь. Она кто? Уточка. Гусыня. Это он вас сюда привел, да? Да. Вот он сидит, мой сын ушел там. Ага. Сними сына. Сына надо снять. Надо обязательно. Сын. Это Виталий. Сын. Все. Здорово. Мы интервью берем у самого такого... Самого продвинутого посетителя. Журнал «Сухое перышко». Мы корреспондент. Да. «Сухое перышко»? Да. Правда, что ли? Или вы шутите? Ну тут вообще фестиваль шуток, юмора и прочее. Хорошо. Да. А вы вот сейчас зачем интервью делаете? Для какого журнала? Для газеты? Вот я же сказал, журнал «Сухое перышко». Будет писать, он как «Сухое перышко» о всех жизнерадостных людях, вот, да. На этом свете. Он только практикуется. Да. Я пока собираю информацию. Задавай вопросы. А вопросы? Ну как вот, как вас это все интересует? Вот, до сих пор, когда люди уже молодые, им уже ничего не интересно. А как вы? Как так произошло? Секрет. Раскройте ваш секрет. Не знаю, я каждое утро встаю. Тоже. Ну, мы верим. Не ортодокс, скажем так. Ну, я во что-то не знаю. Блин, космос. Ну да. Ну, ведь космос дает какую-то силу, правда, человека. А потом, мне все интересно. Знаете, мне интересно. Мне все хочется знать. Читать, смотреть, видеть, слушать, наблюдать, подходить, щупать. Мне все интересно. Это... По всей жизни так? Или... Да, с самого рождения. И вот
есть словарь иностранных слов, который мне мой дядя подарил в 61-м году. В 61-м году. И не было такого дня, чтобы я в этом, в течение всей своей должности, жизни, а мне 83-й год, чтобы я не заглянула в этот словарь. А что за словарь? Иностранных слов. Иностранных слов. Не дали, как вчера. Я целый день один небольшой кроссворд разгадывала, в котором оказалось очень много понятий, слов, значений которых я не знаю. И мне